ехать в Европу? Почему всем так нравится? Потому что здесь никто едет. Здесь нет рабочих мест. Я училась 5 лет для чего? Для чего? Чтобы работать. А на кого вы учились? Я экономист. Экономист. Почему? Я ищу работу 5 лет. Я закончила 5 лет назад Понятно. Работу. То есть вы считаете, что необходимо тогда работать в этой малой архитектурной форме? Вы считаете, что сидение в этой будке повышает ваше самооценку? Подождите, а лучше там работать? Вы понимаете, что... Девочки, вот эти будки, они превращают наш город, понимаете? Это не будки, это киоски. Это как будка с инвалидами. Я живу с него, что я работаю. Да где-то за городом поставьте и живите, да? Не позорьте город, а уроду. Вы не про что вы говорите? Дай ко мне моему ребенку и накорми его. Не надо здесь тыкать. Не надо, я не тыкаю. Это не мы. Пивбары вам не мешают. Это вам не платят. Хватит. Что мне с завода до будки? Ну так что вы работаете? Не в одном городе. Я упал, будет нету. На ту сторону где? На какую сторону? Кто вам вот это все распечатал? Да, возьмите, занесите им и выбросьте нафиг и все. Что вы вот это вот вышли сюда? Позорить. Вы что нам хотите доказать? Город что Николаев позорить. Должен до сих пор вот в этом, вот в этой грязи быть? Пойдите вот заставьте именно, своих работодателей, чтобы они налоги... Так и за вас же, за Буда! Потому что вы потакаете уродами этим! А вы заработали 5 копеек дали, вы готовы сюда прийти? Вот так слева. А вы за кого защищаете? Вы мусор посмотрите, сколько мусора мы подняли. Кто этот мусор устраивает? После будок эти мусор, а где еще? Да причем здесь будки, люди работают, они сидят. Если не будет это будок, чем мы семьи, семьи будем кормить. Кто распечатывает? Кто распечатывает? Они как раз воруют в город. А смотрите, он не работает. Если человек выходит последний и продает, к этому нет вопроса, куда мы пойдем? Это жизнь такая. Да, а когда доски стоят, это совершенно не другое. Какое государство? Объясните, кто вам так красиво распечатал вот эти все? Какая разница? Какая? Большая, для меня большая. Вы же как куклы, вами манипулируют. Объясните, перед кем вы за кого защищаете?